да. Хорошо, давайте тогда следующий вопрос. Пожалуйста, не подглядывайте, пожалуйста, не подсказывайте, чтобы было все, чтобы все были на равных условиях. Итак, хачапури мы только что с вами уготовили. Ну, это грузинское словосочетание, это грузинские слова. Скажите мне, пожалуйста, как переводится слово «чикури» с грузинского языка? Кто скажет наиболее точно? Что оно может назвать? Так, вам кажется, что это хлеб из сыра? Так. Как? Так, булка и, ну, два слова. Лодка-булка. Лодка-булка. Так, ну, сыр-булка. Так, интересно. Сырное солнце. Оу, oh, yeah. Так. Сыр и хлеб. Ага. Сырная лодочка. Ой. Что-то желтое. Не обязательно, да. Что-то желтое. Тесто бывает. Ага. Итак. Сыр, мука. Итак, давайте еще раз. Сыр, мука. Все, как кажется. Сыр и хлеб, так. Кто-то, какие еще версии были? Солнце, желтое. Булка, лодка, я помню. Так, а у вас какая версия была? Сыр и лодочка. Так, а у вас версия была какая? А? Не было версии. Так, у вас какая-то была, я помню. Сырное солнце. Так. Сыр и хлеб. Так, сыр и хлеб. Вот от кого-то здесь был первый, наиболее приближенный ответ. Вот кто-то из вас сказал. У кого была какая-то первая версия? Напомните, пожалуйста. Так, хлеб и сыр. Друзья мои, правильный ответ. У вас получается наиболее правильный, наиболее первый. Хлеб и творог. Хлеб и творог. Это да, поэтому вы молодец. Вы молодец, мы вам все аплодируем. Давайте так, так как вы молодец, давайте я вам сразу подарю сейчас. Хачапури по-аджарски подарок, а? Хорошо, отцовь, да. Вот видите, как здорово. Так, вы можете занимать место в зрительском зале. Да, спасибо за то, что получите. Бегите в цоме сразу, да.